Златан. Лаборатория Лео. Я не знал, откуда я, и потому я везде скитался. Чтобы выжить, я должен был быть безжалостен. И пока я жив, я могу сделать что угодно. В то время у меня не было эмоций и не было пути до этого дня. Гасен, ты великолепный боец. Я приглашаю тебя в Сайберсквад. Помоги мне защитить Златан. Я доктор Лео. Прошлой ночью лаборатория неожиданно взорвалась. Наш дорогой доктор Лео погиб. Как его друг и помощник, я, мистер Ву, позабочусь о духе доктора Лео и продолжу его незавершенные исследования. Позабочусь о духе доктора Лео и продолжу его незавершенные исследования. Я не знал, что ты хочешь спасти меня, Гасен. Когда ты стал слишком циничным, мне пришлось выгнать тебя из Сайберсквада. Сегодня это выглядит огромной ошибкой. Теперь у меня нет права просить тебя о чем-либо. И все же ты должен достать магический куб раньше Ру. Магический куб? Магический куб. Он может заставить любого робота делать что угодно, вопреки желанию хозяев. Преступность растет из-за активного восстановления Златана. Я много думал о том, как правильно это использовать. И на этом моменте я и Ву не сошлись во мнениях. Я был немного обеспокоен. Когда я почти закончил с расшифрованием магического куба, все это и случилось. И теперь магический куб в руках Ву. Скоро он будет разгадан. Проблема в том, что Савир все еще защищает куб, поскольку не знает правды. Поэтому вновь, мне нужна твоя помощь, Гасен. Получи новую силу. Забери магический куб и защити Златан. Полный отряд Веном на позиции. Битва за магический куб начинается. Кто станет хранителем Златана?